Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Стали известны причины взрыва в кафе по улице Аэрофлотской возле китайского рынка. Неправильное использование газового оборудования персоналом. Таков вердикт экспертов. Напомню, ЧП произошло 15 января. Взрыв газового баллона в обеденное время в точке общепита чуть не привел к трагедии. Однако по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Пожарные вынесли из кафе несколько уцелевших баллонов и один разорванный. Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий.